В наше время лучшие образцы советского фарфора приобрели коллекционную и музейную ценность, стали антикварной достопримечательностью. Фарфоровые статуэтки 50-х-80-х годов прошлого века ценятся коллекционерами как художественное воплощение советского времени, отражение быта той эпохи, ностальгическое воспоминание из детства. В доме практически каждого человека века 20-го стояла такая маленькая фигурка, будь то влюбленная пара или милый кролик, или даже небольшой чайный сервиз. На данный момент это уже антикварные вещи, потому что большинство этим статуэткам 70-60 лет, 50 лет, то есть, ну, мы их собираем для души. Для души это, для меня это, как говорят, место силы, то для меня это место силы, это мои витрины с этими статуэтками. Я наслаждаюсь ими, они меня вдохновляют, они мне приносят огромнейшее удовольствие. Мы все выросли, наверное, в этом фарфоре. Вот уже эти статуэтки практически, ну не все, но какие-то, будем говорить так, 90% были и в каждом доме, и в каждом магазине. Поэтому, когда мы смотрим на эту выставку, мы вспоминаем и детство свое, вспоминаем своих родителей, которых, естественно, всегда надо помнить, потому что это они нам привили эту любовь и к искусству, и к фарфору, и к бережности. И вот, что очень приятно, что я смотрю, многие коллекционеры, они не сегодня начали собирать, что вот, ну, что-то там вот загорелось, человеку перещелкнул, вот хочу. А очень многие вот разговаривают. Говорил уже с некоторыми коллекционерами, которые здесь присутствуют, это у них осталось еще из детства, то есть это еще память поколений, это преемственность поколений. На витринах музея «Спасенные художественные ценности» представлено разнообразие советского художественного фарфора. Здесь можно увидеть серии статуэток, прославляющих труд советских людей, счастливое советское детство, изображающее представителей народов СССР в национальных костюмах, сказочных персонажей, спортсменов, танцоров и животных. Пластика такая. Понимаете, фарфор. Она определенно несет, как говорится, свою, как говорится, тоже красоту, эпоху прошедшую, ностальгия по соцреализму. Большинство, видите, здесь представлено большинство фигурки социалистического реализма. Послевоенный фарфор. Советский фарфор, как говорится, это ностальгия по бывшему Советскому Союзу. Особенно нашего поколения, мы, как говорится, молодежь не особенно это понимает, не особенно ценит. А мы, как говорится, ценим то, что наша была молодость. Как говорится, ностальгия. Тему советского фарфора планируется продолжить новыми экспозициями из других частных коллекций брещан. Эта же выставка в музее «Спасенные художественные ценности» будет работать до 26 февраля.